Заюш, ну ты долго, что ли, еще? Давай быстрее, у меня там машина открыта. А что, не закрыл? Двери нет, ёпт. Давай, закругляйся, жопу закругляй. И поедем сейчас домой. У меня еще два упражнения осталось. А вон, кстати, мой тренер идет. Ну что, как дела у моей любимой ученицы? Да вот только закончил, что дальше делать? Мы сейчас с тобой пойдем делать приседания со штангой. А вы мне поможете? Конечно. Слышь, Рэмбо, ты что руки-то распускаешь? А ты что даешь себя трогать, заешь? Зем, успокойся, он просто помогает мне упражнения делать. Не для того я тебе сертификат спер, чтобы тебя какой-то потом хрыщ обмасленный трогал. Я сейчас этому гибону в живот выстрелю, блядь, все кубики поразлетаются. Братан, вторая условка залит, это вообще не тема. А что ты предлагаешь-то? Есть одна идейка. У тебя как в спортивной одежде? Слышь, Альбык, мы к тебе. Но мы с благими намерениями. Мы так тоже на физкультуре. Ты бы нам что-нибудь показал, мы бы тоже сделали, да, Тя? Ну, вот ты сколько от груди жмешь? 150. Да ладно. Запоминайте, тут главное дыхание. Ровно берешь, опускаешь. Вот сейчас! Вы что делаете? Козлы! Здесь главное обосраться! Погнали! Э, нахера так одевался? Помоги! Друзья, всем привет! Рекомендую канал подборки Army Home. Парень делает очень смешные видеоприколы, и я щурился неделю. Короче, подпишись, ссылка в описании.